Остатки новогодних праздников попали на стол животным в Нижегородском зоопарке. Речь идет о выкинутых праздничных елках, которые заполнили мусорные баки. Оказывается, что они еще могут быть полезны. В зоопарке они перемалываются и отдаются на корм животным. Это подстилка. Для верблюдов, для оленей. Она впитывает влагу хорошо. Это сосна. Она для хорошей подстилки идет. И им приятно лежать, и сухая подстилочка у них, и для запаха не забывает родную природу. То есть с Нового года эти сосны. Идет у нас, как можно сказать, утилизация, не пропадает ничего зря. Более 100 елок на сегодняшний день уже собрано, и мы эту акцию продолжаем. Ежедневно проезжают контейнерные площадки, где наши жители выбрасывают наше украшение зимнее, вот, а мы это с удовольствием забираем и путем дробления на щепу привозим в парк. В первую очередь это нужно для копытных животных, зубры, верблюды, олени. Но также используем для лис и волков. Лисам это нравится. Материал натуральный, приближен к их естественному месту обитания, к природе. Они с удовольствием бегают, копаются в нем, лежат. Постель для лис будет замечательная. Верблюдам тоже, конечно, нравится. Они даже это немножечко едят, потому что это все равно растительный корм. А подстилка им дает тепло. То есть они в домике спят на этой подстилке, им зимой тепло. Они очень тоже рады и довольны.